Я всех приветствую. Вот сегодня сидит у меня отводочек до сих пор в ловушке. Делал отводок там на пару рамочек расплодных. Подсаживал матушку. Сидят до сих пор в ловушке. Вот решил пересадить вновь затопленный восьмирамочный улик. Уже для постоянного их места жительства. Отводочек тут небольшой. Ну, сейчас будем открывать, посмотрим. Пересажу в новый улик. И заодно будем подставлять пластины. Несколько лет экспериментировал с разными пластинами. В конечном итоге остановился на пластинах Фумисан. Они на основе флуволината и пластиночки Эпидез. Они содержат тимола 60 мг и пихтовое эфирное масло. Но, на мое мнение, это, естественно, не реклама, а просто то, что я выбрал для себя, работает более-менее эффективно по соотношению с другими пластинами. Так что будем подставлять пластиночки. Естественно, положим контрольные листики сразу, промазавшие их вазелином. Ну и потом посмотрим осыпь клеща. И все это дело вам покажу. Ну а сейчас будем отставлять нашу ловушечку и пересаживать пчелок в новый домик. Предварительно поднимаем нашу деревянную щепку. Сюда ложим на дно два листочка, промазанные вазелином для контроля. Сеточку назад закрываем. То есть сразу подготавливаю это все дело. Ну и сейчас будем отставлять ловушечку. Поставим на кирпичики, подготовленные спереди, на место этой ловушки, где у нас был отводочек. Поставим сюда улик и будем пересаживать пчелок. Отставляем наших пчелок. Сюда сразу устанавливаем наш улик. Ставим корпус. Погнали. Ну вот такой вот отводочек. Сразу на первой рамке, которую достал, в серединке вот маточка меченая. Расплод на выходе. И здесь маточка уже все засеяла. И здесь аналогичная картина. Рамочки с ловушки, плечики обрезал, чуть-чуть коротковатые.
ямочка расплод на выходе и полностью засеяно тоже яйцом. Медик, нектарчик, немножко перги. С этой стороны тоже расплод частично уже осталось здесь на выходе. Здесь полностью все маточка засеяла. А здесь он залили нектаром. Здесь тоже матка засеяла. То есть на трех рамочках уже присутствует расплод и засел. И подставляю центр пластиночку фумисана на этот небольшой отводок. Одной пластины вполне будет достаточно. Заставная тут уже не нужна. И из ящика сейчас с большего здесь так немного осталось пчелок. Мы их аккуратненько пересыпем. И немножко крылышками их остальных струсим, чтобы уже нам не заморачиваться. Ну и еще эту коробку отставляем. Немножко натрусили трухи. Ну и все, закрываем наших пчелок. Ну вот и все, процедура пересадки в новый улик завершена. Сейчас подождем несколько дней, посмотрим особь леща. Ну и, соответственно, будет время пчелкам обжить новый домик, запрополисовать все щели, ну и подготовить свое жилище к зимовке. В этом улике так и будут они у меня зимовать. Все, друзья, вот такая небольшая процедура. Пчелки немножко сейчас нервничают, сейчас утро. Ну, я думаю, это ненадолго, туда-сюда, и все устаканится. Все, всем добра, всем удачи, всем пока.